24 года прошло с того дня, когда части вооруженных сил России были введены на территорию Чеченской республики. Пожар откровенного терроризма, который там разгорался, тогда угрожал мирной жизни и стабильности граждан всей России. Правопорядок и общественную безопасность должны были обеспечить военнослужащие. Многие из них так и не вернулись домой. Более 1000 славянцев стали защитниками мирного населения Чечни. 17 наших земляков сложили там свои головы. Для того, чтобы почтить память всех воевавших и погибших, к парку 40-летия Победы пришли ветераны боевых действий, учащиеся, студенты, казаки, представители местных властей и общественности. Здесь и состоялся митинг, посвященный Дню памяти погибших в Чеченской Республике. Сегодня на митинге присутствуют участники чеченских событий. Я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, со словами благодарности за то, что сегодня вы занимаетесь патриотическим воспитанием школьников, ведете общественную работу, поддерживаете друг друга общением и конкретными делами. Проходят годы, но чеченская война остается в нашей памяти ничем неизгладимой трагической меткой. И так хочется, чтобы никогда больше не было военных конфликтов, чтобы мы и наши дети всегда жили в мире. Глава Славянского района подчеркнул, что мы будем жить и помнить всех, кто погиб в Чечне, и вместе с теми, кто вернулся, будем воспитывать молодежь на примерах мужества и силы духа. Наша молодежь вдохновляется отвагой героев, участвуя в патриотических мероприятиях и готовясь к службе в рядах российской армии. Учащиеся из 16-й средней школы имени Героя России Сергея Таранца выступили на митинге. Сила России внутри нас самих, внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре. Но самое главное, наша сила в единстве нашего народа. После минуты молчания наступил самый торжественный момент – возложение венков и живых цветов подножию памятников. Огромной ценой были завоеваны мир и благополучие. Ветераны боевых действий в этот день общались друг с другом и вспоминали о своей молодости, опаленной огнем. Когда с ребятами встречаемся, ну, в первую очередь вспоминаем тех ребят, кто погиб. Офицеров наших, которым, честно, низкий поклон до самой земли. Почему? Потому что, во всяком случае, мне повезло очень сильно. Ходил под командованием людей, которые в своей груди нас прикрывали, молодых солдат, которые служили буквально по полгода, и старались закрыть всячески, как только могли, берегли. Ветераны проводят большую военно-патриотическую работу, встречаясь с молодежью. Рассказываем о том, что родину нужно защищать. Кроме нас ее никто не будет защищать, никто не сможет. Каждый мужчина должен пройти через армию. Каждый должен почувствовать, что такое служба, что такое отдать воинский долг родине. Каждый должен защищать свое отечество. В будущем году все неравнодушные к этим событиям отметят четверть века со дня ввода российских войск в Чечню. Доблесть и геройство, взаимовыручка наших воинов, которые выполнили там свой долг, будут жить в памяти народной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».